них можна побачити і катернославську цеглу, і піаніно 20-го століття, і навіть слонові кістки. Або ж на мить поринути в атмосферу живопису та гравюри. Усе це про музеї. Скільки ж їх усіляких зараз у Дніпрі? Є і з машинами, і з військовими експонатами, і з козацькими речами. Чи полюбились вони містянам, і які ще музеї хочуть бачити? Ми запитали у наших народних експертів. Исторический музей, история нашего города, история Украины, там рассказано. Ну, интересно посмотреть, подивиться, как, что и как было. Ну, а художественный музей, картины. Уже не тот возраст, чтобы ходить по музеям. Куда я хожу? На дачу езжу. Музей спорта хотелось бы. Не знаю почему, но вот я сама спортсменка, дети спортсмены. Было бы интересно знать историю наших олимпийских чемпионов, да, которые в нашем именно городе, регионе выросли. Ну, что-то историческое. Хотелось знать историю города. Но пока еще у нас нет настроения идти в такие заведения. Та без понятия, никакие не хочу бачить. В сучасних музеях не те, що експозиція потрібна, а більше як івенти всякі. Тобто, ну, як от ніч музеї, вона така одна, да? Така на рік. Щоб, ну, привлікати туди людей, треба, щоб, ну, чимось їх зацікавити, а не просто, ну, експозицію. Експозиція так, один раз подивився там і добре. Ой, я, честно говоря, музей просто не посещаю. Я считаю, что только исторический вот должен привлекать. Это интересно, это действительно вот история нашего города, история нашего края, история нашей страны. Ну вот для меня, например, это очень интересно. А не знаю, может, у людей какие-то другие вкусы. Например, в прошлом году в этом сквере была небольшая выставка касательно вот этих военных событий у нас сейчас в стране. Вот мне кажется, что было бы актуально, потому что Днепр, он такой остался кусочком целым вокруг там во всех регионах военные действия, а у нас такой хаб, можно сказать, относительно безопасности. Было бы интересно у нас собрать все эти истории военные. Думаю, люди бы пошли. Многие.